Владислав Коршунов, композитор-педагог, член Національної спілки композиторів України. Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго утра. Сьогодні поговоримо про вашу співпрацю, про те, як клуб композиторів створив дійсно таке масове дійство із палацом урочистих подій. В першу чергу давайте розкажете про те, як створилася ця співпраця. Ну, я хочу сказати, що у нас любое учреждение культури в городе Николаеве, оно имеет свои отличия, свои особенности. Таким образом, мы наполняем этот культурный простор, да, вот каждый своим. У каждого есть своя изюминка, будь то молодежный, или будь то выставочный зал, или наш дворец торжественных событий. Так случилось, что муниципальный камерный оркестр, он работает вместе с нами на базе нашего дворца. А Владислав Николаевич как раз является артистом этого оркестра. Вот, поэтому в процессе работы вот мы общались, и Владислав Николаевич предложил такой вариант. Да, оказывается, эта ниша у нас в Николаеве как раз и не была заполнена. И мне показалась идея создания площадки для свободного общения творческих людей, да, композиторов в частности, она достаточно интересная. Поэтому я с удовольствием как бы поддержала и не пожалела, потому что клуб на сегодняшний день очень активный. Они часто готовят концерты и, в общем-то, я думаю, от этого все только выиграли. Пане Владиславе, тепер хочеться від вас також почути продовження історії, як у вас виникла ідея створити клуб композиторів. Ну, ко мне много обращаются молодые ребята, там, брать уроки композиции, вообще это за советами, там, за... Ну и была мысль, почему бы не сделать какое-то творческое объединение, где каждый мог бы показать себя, то есть мы, каждый приносит какие-то свои проекты, предложения, произведения, мы вместе это все обсуждаем, делаем концерты. Ну, вот уже 2 года скоро будет. Нічого собі, це вже такий гарний термін. Клуб композиторів у вас закритий, тільки певні особи можуть до нього увійти, чи усі композитори, всі, музиканти? Всі, хто пише музику, ну, так, у нас більш академічне направлення, тобто зв'язане з класичною музикою. Ну, в принципі, і естрадні пісні теж є. Ну, стараємося, щоб це було разнообразно, щоб було цікаво. Тобто, якщо хтось там починаючий композитор, то ми помогаем, как бы обсуждаем какие-то концепции музыкальные, то есть чтобы... Делитесь досвідом. Да. А ось про саму діяльність вашого клубу композиторів хочеться дізнатись, тому що дійсно, як ви вже сказали, ця ніша була не зайнятою, і для миколаївців, не дивлячись на те, що у клубу вже 2 роки, все ж таки це ще в новинку почути, що у Миколаєві є власний клуб композиторів. Ну, я хочу сказать, что, конечно, это новая классика в исполнении наших композиторов. То есть это тоже определенное направление, которое, ну, каждое направление имеет своих поклонников. И мы решили в этом году все-таки пойти немножко дальше, чем концерты, и приготовили такой небольшой сюрприз ко Дню музыки для наших николаевцев. Сейчас в процессе подготовки, самый разгар подготовки фестиваля композиторского искусства, где будут представлены на суд слушателя, на суд зрителя совершенно новое произведение, в основном николаевских композиторов, но будут также и гости из других городов, и даже из Беларуси. Да, ничего себе! Да, то есть как бы николаевцы, это действо будет длиться 2 дня, 1-2 октября. Заранее как бы объявляем и приглашаем, вход у нас всегда свободный. Все, что проводит Дворец торжественных событий, сегодня хит вильный на всех наших афишах. Милости просим, приглашаем. Я думаю, что будет интересно, потому что это все-таки современное искусство. Кто-то его, может, понимает, кто-то не очень понимает. Но, тем не менее, есть действительно очень интересное произведение. Я слышала уже отзывы других музыкантов, которые так или иначе, так сказать, причастны к нашей подготовке.
И особенностью этого мероприятия является то, что все-таки сопровождают наших композиторов, даже часть композиторов — это профессиональные люди, музыканты, часть — это аматоры, но тем не менее мы получили поддержку профессионального творческого коллектива, и часть произведений будет исполняться нашим муниципальным камерным оркестром. Это хоть и сложное, но очень интересное сотрудничество, но мы надеемся, что будет интересний результат, который понравится нашим Ніколаєвцям. Так, справді, ось переглядаючи вашу афішу, ми побачили, що буде концерт муніципального камерного оркестру, а також буде концерт інструментальної та вокально-хорової музики. Дійсно, для усіх поціновувачів якісної музики ваш концерт є гарною знахідкою. Ось тепер хочеться дізнатися від вас, як від композитора, які ж, можливо, родзинки ви підготували на цей концерт, на цей фестиваль, і що такого дійсно дивовижного зможуть почути наші миколаївці. Ну, прежде всего, фестиваль называется «Вечер прем'єр», то есть все произведения будут, которые никто никогда не слышал, то есть все... Ну, может быть, там не новое, но, по крайней мере, никогда не исполнявшееся. То есть люди, которые любят послушать что-то новое и интересное, то приходите. Вот. Ну, задействованы, кроме муниципального оркестра, еще лучшие профессиональные музыканты города. Так что, я думаю, будет интересно. Кроме того, завтра у нас в палаце на Шевченко, какой адрес? Шевченко 58, палац урочистых подій, наш маленький дворечек, да. Вот, там будет в 4 часа творческая встреча с композиторами клуба, так что все желающие могут приходить там. Спочатку поспілкуватися і завтра ми. Более подробно расскажем, что, как мы собираемся провести. Нічого собі. Даже послушать какие-то произведения, которые не будут на фестивале исполняться. То есть это будет творческое общение такое. Творческая встреча, да. Немножко концерт, немножко поговорим просто. Ну, це дійсно дивовижно, що миколаївці мають змогу доторкнутися до якісної музики. А ось для юних композиторів, які, можливо, ще шукають свій шлях на теренах музики, як вони можуть стати учасниками клубу, куди їм можна звертатись? В палац, ну, можно ко мне, там, через соцсети, через, как бы, собираемся мы каждый вторник в 19:00 на Спасской, 44. Да. Ну, иногда еще по другим дням, но по вторникам это всегда мы там, то есть меня можно найти в музучилище, опять-таки, я там практически всегда нахожусь, работаю. Ну, тобто, в принципі, для тих, молодежь, хто захоче, вас віднайти можна. Молодіж, так, да, хто соцсетями пользуватися вміє, я везде є, там можна обращатися напрямую, ми всім раді, тобто, як би, всім стараємося оказати підтримку. Пані Людмила, хотілося б сказати, що знову ж таки ви дивуєте, але ні, ви не дивуєте. Ви завжди на цій високій планці, що дійсно ваш палац урочистих подій, палац культури, він відповідає за найкращі події та заходи, що відбуваються в нашому місті. На День міста ви це доказали тими подіями, які ви створювали. І ось зараз цим фестивалем знову ж таки підтверджуєте свій рівень, свою якість створення заходів. Можливо, є у вас ще якісь козирі у рукавах сховані? Можливо, ще чимось поділитись? Да, есть, конечно, но сегодня я делиться этими козырями не буду, потому что есть у нас еще одна идея, и рассчитываем на то, что в следующем году, возможно, ко Дню влюбленных мы что-то сделаем, тоже такой сюрприз для города, возможно, даже неожиданный, но пока еще есть какие-то формальные вещи, которые нужно уладить, хорошо проконсультироваться. То есть есть, конечно. Надеемся, что в следующем году... Еще презентуємо какой-то новий проект, обов'язково. Ви так легко розповідали про те, що ваша співпраця з'явилася ось по бажанню обох сторін, нам запропонували, ми погодились. Чи можуть миколаївці, якщо у них створюються якісь ідеї щодо створення якихось масштабних заходів, і створення ось подібних таких клубів, як було створено у вашій компанії з паном Владиславом, чи можуть вони до вас звертатись? Конечно, можна. Вопрос в тому, є опять-таки юридична сторона, формальна сторона вопроса. У нас, к сожалению, маленький штат, поэтому ми не можемо кожному руководителю клубу, желающему, да, обеспечить зарплату. Но у нас були ситуації,
ситуации, когда и на сегодняшний день у нас есть такие формирования, то есть творческие коллективы, которые просто работают на базе нашего дворца без зарплаты. Руководители – это люди, фанаты, которым нужно где-то развиваться, и мы всегда стараемся при возможности предоставить людям такую площадку. Так случилось с нашим ансамблем бандуристов «Мальвы». Они у нас буквально где-то тоже 1.5-2 года работали без зарплаты, но после отчетного концерта, спасибо управлению культуры, нам дали еще полставочки, и все-таки человек уже сегодня получает, это студентка университета культуры, она сегодня уже работает у нас на зарплате. То есть, пожалуйста, если есть интересные проекты, если хочется что-то делать, но просто нет места, где это можно осуществлять, и если эти идеи будут действительно интересны не мне, да, а тем зрителям, тем слушателям, которые приходят на наши концерты, мы с большим удовольствием поддержим такую инициативу. За це вам хочеться за ці слова просто сказати дякую за те, що підтримуєте ініціативи миколаївців. А зараз 8:30 вже я пропоную нагадати дату, час і місце, де вони можуть приєднатися до такого масштабного фестивалю якісної музики. Фестиваль музыки пройдет, композиторского искусства, пройдет 1-2 октября. Событие это будет происходить в Лютеранской церкви, мы уже договорились. К сожалению, нет у нас своего зала, поэтому видели на фотографиях наши сценические площадки в разных местах города. Вот, в 6 часов начало. То есть с 1 и 2 октября в 18:00 начало концерта. Дякуємо вам, бажаємо тільки натхнення та наснаги, бажаємо дійсно успіху і сприйняття глядачів, щоб все у вас було на 100%.